вызова иудеев. Мы с вызова иудеев Иудей. Второй? Да, мой день так сделать. Значит, первый у нас получается ближе к нам мыс. Нет, первый вот этот сосновый. Нет, вот я смотрю, который тот больше. Тот дырявый, с дыркой там. Дырявый, а второй получается дальний. Вот их четыре пальца, четыре этих самых. Один мыс дырявый, а второй еще раз. Что? Мыс вызова иудеев. А, мыс вызова иудеев. Понятно. Очень интересно. А что, это ты не ешь. Вот хоть чай ты есть не будешь, да. Тебя уговаривают, все равно ага, не будешь. Они шашлыки только едят, вон только от стола. Шашлыков нету у нас. День рождения было. Шашлыков нету. Ослик! Это чуть-чуть было худое. Банный овраг. Это кожевенный. Ой, ну конечно, оно красота такая-то. Конечно. Так а там все соединяется, плато все идет, понимаешь? Там еще и эти все идут. Вечером вообще так по-другому смотрится все. Падает в таких ценах. А рассвет, ты знаешь, когда рассвет встречает? Ой, бляха. А звезды такие, блин. Ну, в любое время суток, да? То есть так все и сохранили, ничего не поменяли, даже ни одного названия, да? Плани. У нас вот есть Плани. Между прочим, ну, исторически. Уждыры на Черноморье, да, ну, под Сочи. Так нет, ну у ты понимаешь, чем дело? Это что такое? Уч-кудук, это три, это самое. Колодцы. Три колодца, да. Я, кстати, в Уч-кудуке был, это самое.